просто взял другую модель. Я Жигу их отдал. Я Жигу их отдал. Да. Правая, левая. Убрать, убрать, убрать. Кажется, умеет, знаю. Сильнее фас. Дальнюю ногу сеть. Там в левую. В левую туда. Здесь право. Да, когда вот здесь фас. Отвороты. Время, да, настоит там вот. Назва. Только там будет работать за счет отворота. Это техника. Кузя. Убираем! Что творит, а? В шахту не помню. И вот красное-красное на данный момент то, что вы от себя чувствуете, 90%. Пробежать спринт. Желтый для чего поставил? Финиш там. Шире локти. Ага. И теперь то же самое, только взгляд наверх. И палец тоже на гер. Как будто на флаг смотрю. Да. И в другую сторону теперь вот сюда. Ага. Давайте. Как мне? Я понимаю. Фотосессия. Лучше с голосом просто так. Уже есть получается. И последний раз. Даже. Тоже? Да, да. И теперь в другую сторону. Да! Супер. Еще один раз, все, последний. Больше не будет. Да! Все. Так, теперь. Федя, ты кричал, я не знаю, что ты так умеешь кричать. Мяч в руки, прям сожми его перед собой, локоть пошире. Надеваешь к тебе. И на меня взгляд. Саня, ты что за актер оказывается, а? И теперь другой рукой то же самое. Тоже. Тебе надо турецкий фильм сниматься. Мне усы надо связать. Теперь одну радость избрать. Одну. Не будем крутиться. Хорошо, ладно. Ну, с голосом тоже, все, давай, все. Одно. Да какие голосы? Ты же рычишь, как? Как тигр рычишь. Как? Я не могу повторить, не получится. Никто не может. Именно. Нет, ребята. Привет, похудел? Привет, парни, всем. Привет, привет. Давайте. Это новое, это уже мировой тренд. Кулачком. Что ты на улице встречаешь? Гостей? Давайте я быстро сейчас. Можно ручку, пожалуйста? Это все равно с собой брать, да. Потому что не нужно потом их все тратить. Ой, рад всех видеть, господа. Рад. Что, Костя здесь?
А Костю не уволили еще? Если мага смогут, то я смогу. Если мага смогут, то я смогу. Еду. Спасибо. Ты туда забор поставил? Ну я туда, в самый конец. Пару вопросов сразу, быстренько, пожалуйста. Расскажи, как узнал про вызов сборную? Ну, я, если честно, уехал за город, ну, уже отдыхать, потому что нам дали выходные. И мне позвонили, сказали, что я вызван, и я сразу собрался и поехал. Неожиданность была, да? Ну да, было неожиданно, но очень рад, что вы все-таки вызвали. Эмоции какие? Ну, конечно, только положительные. Очень рад. Спартак сейчас на первом месте. Перенесешь победный дух сборной? Ну, постараюсь, там еще ребята есть, Джики, так что Зобнин, Бакаев, так что... Отлично, удачи. Давай, с приездом. Да, спасибо. Thank you.